Шалом, возлюбленные! В этом месяце мы снова вспоминаем о смерти и воскресении Иисуса в доказательство Его великой любви в спасении нас от греха. Поэтому, возлюбленные, давайте будем и дальше совершать спасение, которое Господь Иисус дал нам, и жить в близких отношениях с Иисусом с помощью искренней молитвы, хвалы и поклонения в духе и в истине. Так мы угождаем сердцу нашего Бога. Давайте прославлять. Ku yakin Dia angkat deritaku Sembuhkan sakitku Ku yakin Ku yakin Ku angkat panji Возлюбленные, давайте подготавливать наше сердце и разум к слышанию Слова Божьего, которым с нами поделится Его слуга Ника Ньюхарахардио. Отче, спасибо Тебе за это утро. Мы собрались помолиться сейчас. Отче, Ты посещаешь нас. Для вас есть избыток радости, рядом с Ним полнота радости. Иисус, спасибо за этот день, Господь. Помажь всех своих детей. Ты благословляешь и исцеляешь. Сейчас Ты исцеляешь больных, освобождаешь пленников, утешаешь сокрушенных сердцем, укрепляешь слабых. Ты даешь новую надежду. Господь Иисус, Ты так благ. Ты так благ к нам. Отче, Ты расскажешь нам о том, что лежит у Тебя на сердце. Устами своего слуги, так помажь своего слугу. Авва, Отче, помажь всех нас. Мы будем сидеть рядышком с Тобою, слушая Твои послания. Мы молимся во имя Иисуса и говорим вместе «Аминь». Давайте поаплодируем и скажем «У-у-у!» Аллилуйя! Аллилуйя! Садитесь, возлюбленные. Шалом, возлюбленные во Христе! Возлюбленные, сегодня мы празднуем Пасху.
Пасха говорит о любви, силе и победе, и о чуде, которое Господь Иисус дал всем нам. Я вижу, что в Своей смерти Иисус дал нам множество уроков. Он прошел через смерть. Первый урок касается молитвы. В Гефсиманском саду с Ним были Иоанн, Иаков и Петр. Иисус был на все 100 человеком, и Он боялся того, что ждало Его. Он учил нас молиться о том, чего мы желаем, молиться о том, чего мы хотим сильно. Иисус сказал так: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не моя воля, но Твоя да пребудет». Воля Иисуса отражает нашу волю. Но Он не закончил на этом. Иисус дал нам урок, впрочем, не так, как я хочу, но как Ты, возлюбленная. Вот чему Господь научил нас, какой молитвой мы должны молиться и какой молитвы мы желаем. Иногда мы насаждаем свою волю. Но Иисус дал нам урок. Возлюбленные, когда мы просим чего-то, Иисус тоже просил чего-то, но Отец не дал ответа. Он понял и начал молиться о воле Отца. Он сказал: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Возлюбленные, это воля Отца. Это молитва, которую хочет видеть Отец. Многие люди насаждают свою волю. Мы все должны приложить усилия в этом вопросе. Возлюбленные, нет ничего плохого в том, чтобы торговаться, но мы не должны насаждать свою волю. Пусть исполняется воля нашего Небесного Отца. Скажите аминь на это, возлюбленные. Иногда Господь допускает в нашей жизни трудности. Мы часто молимся и говорим: «Господи, забери их. Забери их от меня навсегда». Но Господь не забирает эту проблему целиком. Но мы можем быть уверены в том, что нас, как Иисуса, могут укреплять ангелы, возлюбленные. Слово Божие говорит нам: «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Возлюбленные во Христе, вот еще одна вещь, которой Господь научил нас в молитве. Он сказал Своим ученикам, которые заснули тогда, что они не могли пободрствовать с Ним. Он сказал: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр и плоть немощна». Возлюбленные, я хочу спросить, а вы часто молитесь молитвой «Отче наш», в которой написано: «И не введи нас в искушение, но…» Далее, помните что? «Избавь нас от лукавого». «И не веди нас в искушение, Господь». Но мы должны бодрствовать. Делаем мы это в молитве. Если вы не будете делать этого, и вас просто спросят в молитве, вы точно упадете. Написано, что дух бодр, а плоть немощна. Плоть, она немощная, возлюбленная. Я верю, что Господь учит нас сегодня о молитве, о ее важности, и мы должны принять серьезность и важность молитвы. В страдании Господь учил нас. Он учил тому, как молиться. Стоять твердо и быть верными навсегда. Беркатму аташку молимпа.
Возлюбленные, когда Господа Иисуса повели к священнику Каиафе, его били, на него плевали, но Иисус не отвечал им. Он практиковал то, чему учил нас. «Любите врагов своих. Если вы согласны с этим, скажите, пожалуйста, аминь. Творите добро тем, кто ненавидит вас. Почему я не слышу ваше громогласное «аминь» на это? Если вы согласны, скажите вслух «аминь». Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за обижающих вас. Если кто-то ударит вас по щеке, подставьте и другую. Если кто-то захочет забрать у тебя верхнюю одежду, отдай рубашку. Если кто-то просит с ним пройти милю, пройди две. Слава Господу, что все вы помните Священное Писание. Но важно, чтобы вы исполняли все это, делайте все это. Иисус сказал, «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». Вот урок, который Господь преподал всем нам. Ну и третье. Когда его повели на суд, и он стоял перед Пилатом, «О, фарисеи, первосвященники, выставили ложные обвинения против Иисуса». Но что сделал Иисус? Он молчал, только молчал. Это удивило даже Пилата. «Почему ты не отвечаешь на их обвинения? Если ты прав, защити себя». Но Иисус молчал. Молчал. Возлюбленные, если нас обвиняют в чем-то, чего мы не делали, обычно мы отвечаем на обвинения, ведь так? Но сегодня я получил другой урок. Слышите? Молчите, возлюбленные. Так часто бывало со мною. Я могу сказать, что я один из слуг Божиих, которые устали от обвинений через интернет и журналы. Меня обвиняли в том, чего я никогда не делал. Но в те разы Иисус говорил мне молчать и снова молчать. Это не было легко, конечно. Мне было больно. Но Господь сказал мне, «Молчи, молчи». А вот что Господь сказал тогда, «Возлюбленные, есть новая мода. Если кто-то обвиняет другого в чем-то, что он действительно сделал, то ему нужно объясниться. Это неправильно, но он прав. Возлюбленные, тогда Иисусу дали терновый венец. Так почему он должен был одеть терновый венец? Иисуса повесили на кресте. Почему его должны были повесить на кресте? Возлюбленные, в Бытии 3 главе 17 стиха сказано, что земля произрастит терновник и волчцы, потому что человек согрешил против Бога. Терновник — это символ всего, что приносит боль и страдания. Терновник народа — это бедность, убийство, проституция, наркотики и так далее. Все это последствия греха. Господу Иисусу дали терновый венец, чтобы искупить всех нас от последствий этого греха. Он есть искупление. После этого Иисуса прибили ко кресту. Мы читаем послание к Галатам, 3 главе. Там написано «Проклят всякий, висящий на дереве». Возлюбленные, человек, висящий на кресте, проклят из-за греха и из-за грешников. Иисус искупил нас с вами от всякого греха. Иисус надел терновый венец
и пошел на крест за нас с вами. Это значит, что Иисус в полноте искупил нас от греха и его последствий. Иисус дал нам вечную жизнь, и мы благодарим Его за это. Надеюсь, вы ощущаете это. Вы ощущаете вечную жизнь? Давайте поаплодируем Господу. Я ощущаю это. Сегодня на этом месте Иисус открывает все это нам. Ему дали терновый венец и прибили ко кресту. Он ощущал ужасную боль. Зачем он сделал это? Чтобы искупить нас от греха и его последствий, чтобы понести наши немощи и болезни, нашу нищету. В страданиях Иисус понес все это, возлюбленные во Христе. Во время суда у Пилата народ говорил так: «Распни его! Распни его!» Иисус должен был быть распят, но в то же время Пилат спросил у них: «А какое преступление он совершил?» Но они кричали: «Распни его! Распни его!» А Пилат не мог помочь Иисусу. Он попросил воды и умыл руки, сказав: «Я не виновен в крови этого человека. Эта ответственность лежит теперь на вас». Что тогда сказали иудеи? Они сказали: «Его кровь на нас и на наших детях». Возлюбленные, я верю, что иудеи не знали, что они говорили тогда. Если мы прочитаем притчи 28 главу 17 стих, то увидим такие слова: «Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до самой могилы, чтобы кто не схватил его». Возлюбленные, вы помните Каина? Когда он убил Авеля, кровь была на Каине. Бог не убил Каина, но проклял его. Помните это? Каин убежал и блуждал по всей земле, а земля не давала ему плодов. Вот что ждало Каина. Это то, чего иудеи не знали в то время, когда сказали эти слова. Возлюбленные, что же ожидало их после этого? Их гнали, гнали снова и снова. Возлюбленные, возлюбленные во Христе, я хочу предупредить вас, чтобы вы не были ответственны за чью-то кровь. Вы можете сказать: «Я никогда не убивал никого. Ни одного человека в своей жизни я никогда не убил». Да, это так. Возможно, вы не убивали людей сами, но делали это, приказывая другим. Иногда это делается скрытно, но я не говорю этого. Зачем вы делаете это? Кто ответственен за это? Это ваша ответственность. Будьте осторожны. Многие люди не знают этого. Они ответственны за кровь других. Последний урок, который Господь дал нам на кресте, когда Иисус висел на кресте, то с 12 до 15 часов внезапно на Голгофе стало очень темно. 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 Иисус встрепенулся и закричал: «Эли, Эли, лама сабахтани! Боже мой, почему ты оставил меня?» Возлюбленные, я верю, что кульминация страдания Иисуса была тогда, когда его оставил Отец. Почему же Иисусу нужно было пройти через все это? Потому что он искупил и вас, и меня. Грешники отделены от Отца. Он должен был пройти через это ради кого? Ради вас и меня, возлюбленные во Христе. Во всем этом мы видим, как сильно Он любит и вас, и меня.
И поэтому Он просит нас любить Его всем сердцем и всею душою, всем нашим умом, всей силой, и любить ближнего как самого себя. Вот чего желает Господь. Если вы хотите этого, скажите громко «Аминь». А теперь давайте поаплодируем Господу. Поаплодируйте Господу. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur, 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 oh bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Спасибо за Твое присутствие, Господь. Спасибо за Твои благословения. Спасибо за исцеление, освобождение, ответы на молитвы, новую силу, новую надежду. Твои дети пойдут домой в радости, потому что Ты благословил нас в избытке. Покрой нас всех силой Твоей крови, Господь. Избавь нас от лукавого. Благослови всех своих детей. Используй их, Господь, в Третьей Пятидесятнице, величайшем последнем урожае душ перед Твоим вторым пришествием. Спасибо, Отче, спасибо, Твои благословения на Твоих детях. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Мы прославляли, поклонялись и слушали вместе Слово Божие. В знак благодарности за спасение, которое мы приняли от Иисуса Христа, давайте жить в святости и быть угодными в глазах Божьих. Это угодно Божьему сердцу. Ну а я желаю вам чудесной и благословенной Пасхи. Пусть Бог обильно благословит всех вас. As I bow down on my knees, I worship you, Lord, I worship you, Lord, I worship you, for you. Lord, I worship you.